Сегодня Вася открывает новые горизонты. Это у нас креветки. Как вкусно. Завтра будем встречать креветочные погадки. Что задумался? Давай. Ну, жуем или что мы думаем? Вася. Что думаем? Давай, ням-ням. Вкусненько. Креветочки. Давай, забираю. Забираю. Значит, у вас есть брат, который живет в городе Павлограде. Значит, там такая история веселая. Он живет вообще в свободном полете. Значит, хозяина зовут Владимир. Значит, у него огромный балкон, и там вольер, значит, сделанный такой. Но он небольшой. Но смысл в том, что он открывает этот вольер, и этот ворон улетает на целый день. В общем, штурмует там всех котов. Людей разных. Он уже пару раз улетал, но его возвращали. Но смысл в том, что он уже изучил всю местность. Утром улетает. Целый день кошмарит. Птиц, кошек, собак. Володя начинает звонить. Забирайте ворона. Он едет, забирает. Закрывает его в вольере. Утром опять отпускает. Ну и вот, в общем, он так вот живет свободной жизнью. Хочу как-нибудь к нему съездить в гости и отснять такой полный видеоролик с интересными историями. Там историй реально очень много. Звонит пару дней назад Володя этот и рассказывает историю. Значит, он приехал домой, открывает дверь и слышит прямо с двери, как ворон орет. Значит, тот выходит на балкон, ворон, значит, садится к нему на плечо и в клюве держит лягушку. Ну и начинает ему в рот давать. Ну, мол, принес угощение. И, ну, Володя такой сымитировал, типа он его скушал, он его убрал. Ну и такой поплямкал. В общем, ворон счастливый, что принес угощение для своего хозяина. В общем, и такие прикольные истории там у них происходят. Так что как-нибудь соберусь, поеду в Павлоград и сниму крутое видео по поводу того, как ворон там чудит. Давай. Ну, ладненько. В общем, как-то так. В общем, веселые у нас истории тут происходят. В общем, пишите, звоните, кому нужны консультации, только не в час ночи. Все, всем удачи, всем пока.
Пошел шифровать.